В лифт девушки забегают уже явно навеселе. В руках одной из них баллончик с краской. Спустя секунды внутренний художник приказывает творить. Особа начинает изрисовывать стены. Вторая пытается успокоить подругу. Достается и камера видеонаблюдения. Все происходящее вызывает у девушек смех. Однако концовка истории куда менее веселая. Видимо, проспавшись, авторы ночных узоров возвращаются в кабину лифта. Правда, в руках уже тряпки и бытовая химия. Что стало мотивом такого поведения, неизвестно. А вот видео приключений двух подруг уже набирает десятки тысяч просмотров в интернете.